В городе Атомщиков полным ходом идет приемка дворов, которые участвовали в программе формирования комфортной городской среды. На Курчатово 14 обновлено асфальтовое покрытие, установлены новые скамейки, сделаны площадки для отдыха, парковочные карманы и клумбы. Раньше двор был убитый. Наш дом построен в 1958 году, очень старый. Соответственно, с тех времен благоустройство не проводилось больше. А в этом году мы попали в программу. И выполнены работы именно те, которые мы заявляли. И, в принципе, двор обновился. Осмотрели порядка 6 дворов. Недостатков как таковых, очень маленькие недостатки. В основном-то подрядчики справляются хорошо. На Курчатово 6 также отремонтировано асфальтовое полотно. Сделаны дополнительные парковочные места, установлены детские и спортивные площадки с усовершенствованным покрытием. Заявок было более 109, то есть была определенная бальная система, то есть общественная комиссия из 109 дворов выбрала 25, и уже в последующем собственники изъявляли желание перед тем, что они хотят, то есть в последующем объезжали дворы, делали проекты, то есть дизайн проекта на каждую территорию. Проект будет продолжен на всю Россию, также сейчас в федеральном бюджете предусмотрено 25 миллиардов рублей, это только федерального бюджета, то есть финансирование осталось на том же уровне, как в этом году. Для нас это очень значимо, потому что это реальная возможность дальше продолжать проект. Средства на благоустройство выделены из федерального, областного и местного бюджетов. Сумма составила более 58 миллионов рублей. Вот мы увеличиваем объем финансирования, то есть количество этих дворов будет больше приводиться в порядок. Но на следующий год я бы хотел, так сказать, и общественное пространство в Димитровграде многие привести в порядок. Надеюсь, что у нас все хорошо получится. В общей сложности в Димитровграде в рамках проекта формирования комфортной городской среды благоустроен 21 двор из 25 и одна общественная территория. Мария Пугачева, Мария Сафронова, Артем Петров, Дамир Губеев, Денис Миронов, Вести Ульяновск из Димитровграда.